Как прошел первый урок? Унизительно! Я слышал. От кого? Тигрица сказала? От обезьяны, от журавля, от богомола, от твоего папы, от госпожи Чао из магазина подарков и от гусей и... Тигрица сказала. А она сказала вам, что с этим покончено, потому что я завязал? С обучением или унижением? Совсем! С чего это вы взяли, что я смогу их учить? О, я знал, что не сможешь. Что? Да это же подстава! Ну зачем? Если делать только то, что умеешь, никогда не сможешь превзойти самого себя.